Monster Game. Сегодня будем делать оценку блогеров. Сейчас обмотаем. Давайте первое. Каспер. Стоп. Ни одному? Ладно, это не то. Если сейчас увидим что-то на русском, и это старое видео, то значит... Как так? Сколько у него видео? А, 190, нифига себе. Так. Я его один раз посмотрел, в принципе, канал на девяточку. Это я даже не смотрел. Так. Егорик, 10 из 9 этот канал. Как тебе? А еще бомба. Согласен. Доктор Ерн, я даже никогда не смотрел. Воблер. Я его смотрел, мне кажется. Влад Резон. Так, стоп, Воблер. Так, извиняюсь, пожалуйста. Воблер. Блогер прикольный, вставляю ему семерочку, только потому что... Ну, иногда видео у него прям... такие. Недолго посмотришь. Так. Влад Резон. Советую посмотреть, что находится внутри сердца. Советую. Вам понравится, точно. Мне вот понравилось видео 10 из 10. Стопси, точно 10 из 10. Согласен со мной? Да. Так. Мистер Бист. 10 можно поставить свои 10. Мистер Бист, он прикольный. Он тратит просто миллионы. О, Спрутель. Тоже классный челик. Типа, контент у него классный. Хайман, 10 из 10. А, блин, я не дал этому, Скрутик. Я поставлю ему семерочку. Контент классный. Хайман, 10 из 10. Мистер Кей, 2 из 10. Потому что раньше снимал нормальный контент, а сейчас просто... Парадигма. Топ. Вообще. Правда, качество хромает. Поставлю восьмерку. Владим Безбашкин. Так, ему, короче, восьмерочку. Тоже классный блогер. Видео прям интересное. Так, это нет. Перпетум. Поставлю. Блогер-то классный, вообще ничего. Но только вот видео не все интересные. Потусторонние. Господи. Такой бред, конечно, снимают вот люди просто. Вот просто такой бред. Короче, 3 из... даже 1 из 10. Я, если честно, не судю, там, например, по страну. Вот, допустим, они украинцы. И это правда, они украинцы. Я просто судю по контенту. Вот мне их контент не заходит. Потому что, ну, это такая глупость. Ну, типа, какой дворец... Вот что? Вот камон. Букбан. А точнее, Данкар. Ну, мне он нравится, я его оцениваю на восьмерку. Ну так вообще, и вообще я лучше поставлю десятку. Когда вот мне скучно, то я захожу и смотрю его видео, мне очень нравится. Мамекс. Здравствуйте, ребята, я это... Блин, мне кажется, это нереальный канал. А почему Мамикс? А, это второй его канал, я Мамикс. Точняк. Извиняюсь, 10 из... Сындык. Так скажем, Сындык. Мне он нравится, он пипец. Особенно чинилы, это вообще то вообще. Прям старые карты, я его никогда не смотрел. Magic 5. Вставляем пятерку. В принципе, контент классный. Джушес. Вообще, такой же контент, как у Мамикса. В принципе, меня не интересует. Троечку. Егорик, мы уже оценили. Опа, позитифон. Мы вставляем ему трое. Нет, давайте пятерку ему поставим. Ну, вообще, контент классный. Ладно. Слава Коре, господи. Тройка из 10. Повторяют все, что уже было. Magic. Абонова сегодня? Что? Не играю в Stand-Off 2, никому не советую. Прикольная игра, если не скачивать ее вообще. Фигня полная. Вся игра зависит просто от НАТО.
Так, 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 Глент. Только потому, что снимается в 4.0 из 10. Так. Креосан, Креосан топ вообще. Вставляем ему десяточку. Путешествует просто... Конечно, он вообще красавчик. Путешествует и все такое. Молодец. Так, потом. Насик, бро. Ну, шестерочка только, потому что... Тоже маленько глупо, если честно, контент. Дов. 10 из 10 по угару. Прям есть на чем. Некоторые видео, если что, может быть... Не, не буду никакие там оставлять ссылки. Господи, это вообще араб. Это вообще не то. Это вообще он не то, я их даже не знаю. Не знаю, почему, но... King DM. Не знаю, кто это. Бояр Мобайл... 4 из 10... Ну, типа, не знаю, мне не нравится их контент. Так, дальше. Мас. Не, ребят, пожалуйста, не обижайтесь никто. Я прям не специально оскорбляю кого-то, знаешь, не знаю. Я даже дисклеймер поставлю. Так, я никого не хотела обидеть. Извиняюсь заранее. Я просто высказываю свою критику. Макс Деп, 10 из 10. Контент классный. Не, даже девяточку поставлю. Контент классный. Но если бы снимала одну Bimeji Draft, тогда было бы еще лучше. А так, с GTA-шкой. В принципе, GTA-шка тоже... Ладно, 10 из 10. В это факт. 10 из 10. Вообще, если хотите что-то узнать, то к нему. Ой, знаю все. Я не смотрела его. А, не смотрела его, попробовала. Мне не понравилось. Он такую чушь, если, честно, несет. Ну ладно. Мистер Бис, Мистер Бис. Юджин. А точнее Евгений. Кайф. 10 из 10. Вообще прям смотреть его кайф. 10 из 10. Так, 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 так. Согласен со мной? Да. Ты тоже, если что, оценивай. Так, опять Топси. Опять Юрин. Хэда не смотрел. Не ту. Не то, не то, не то, не то. Поход дела это все. Поход дела все приплыли. Опять позитифон. А все, поход дела приплыли по-настоящему. Поход дела приплыли. О, Локи Бобо. Сколько поставишь ему? 10 из 10. Тоже так думаю. В принципе, контент лютый, вообще ну. Классный. Я, кстати, вообще, когда игру какую-нибудь там... Я включала его, и он мне прям помогал. Можно я это поставлю, просто? Вот это вот, можно мне поставить? Я хочу это поставить. Мне оно нравится, оно прикольно. Ладно, не буду. Это правда. Нет, это очень какая-то жесткая. Типа, все грехи. Мастерплей, нет. Не смотрел ни раз. Так, так. Ну что, ничего нету, что ли, больше кого я смотрел? Типа, все равно же он... Вот, понятно. Радмир РП. Так. Мы сейчас тут за кадром так ржем, потому что... Господи. Такие тупые запросы просто выдает. Ну, типа, вот, понимаете? Не, в принципе, нормально. Топ, топ все нормально. Так, погнали. О, господи, какого фига у него татуировки, как у этого? Короче, 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 короче. А я баю. Кто понял, тот понял прикол. 1 миллион просмотров, нифига себе. Поход делала все, ребята. Приплыли, все. Все, только топси, 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 топси. Вот он. Ё-моё. Стой, я где-то. Ага. О! Алишов. Ставим сколько баллов? Можно ставить 9. Согласен. Роман Флоки 13, ладно, я хотел 13 сказать. 3 балла из 10. Нормально был контент, а сейчас вообще.
такую фигню несет, камон. Ладно, поход делает это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока. Кто досмотрел, тот молодец. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Я никогда этого почти не прошу, но это бы помогло развитию. Всем пока-пока.